Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана, точно в моем канале. И сегодня у нас распаковка посылок. Давайте уже распаковывать посылки, не терпится. Посмотрите, что там внутри. Начнем мы, наверное, с этой посылки. Ой. Я первый раз открыла, не могу посылку открыть. Мне браслет попался. Очень красивый, который можно надеть на дискотек. У меня были наподобие такие браслеты еще один, но он был с одним слоем, а здесь уже три целых. Я такие штуки, мне очень нравятся, он такой прикольный, браслет, можно дискотеку одеть со стразами, а вот обратная сторона. Видите, хоп. Вот такой вот моднявый браслетик. Завидуйте! Завидуйте! А у вас такого браслетика нету. Завидуйте, завидуйте, завидуйте. Ну давайте дальше открывать посылки. Вот вам браслет, если что. Они бы... 1, 2. Сейчас я загадаю число. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Открываем эту посылку. Ой, какие китайцы хитрые! Вот и вторая пара зайцев. В прошлом видео у меня были такие зайцы, но они попались в одной штуке. А здесь еще одни зайцы. Какие китайцы такие другие? Реально? Я такого не ожидала. Но я же не буду, наверное, показывать. Это такие черный, розовый и желтый заяц. Ссылка будет в описании на то прошлое видео. Давайте откроем следующую посылку. 8 загадаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, поменьше. Я так смело режу посылку эту. Ой. Это кольцо коронка. У меня такого кольца еще не было. Это вот такое вот колечко золотого цвета. Тут три стразика. Ну, и мне уже на дискотеку можно идти. Блять, зеленое, фиолетовое, черное. Кольцо есть, модный браслет есть. Уши есть. Все, я могу идти на дискотеку. Йоу! А вот я могу идти на дискотеку. Давайте открываем следующую посылку. 3 загадаю. 1, 2, 3. И желтый напоследок, скажем, на самый конец. Ну, возможно, там что-то самое интересное. Здесь пусто. Что-то... Ой, я даже отсюда могу достать, не раскрывать штуку, вот. Ой, это еще не все. Все, тут больше ничего нет. Я достала три пары сережек. Я открою первую пару, которую самую первую достала. Это... Это вот такие сережки серебряного цвета со стразом. Я положу эту страшную потерять. Сережки такие мелкие. Напишите в комментарии, кто любит и носит сережки. Вот я ношу с 6 лет. Следующее покажу, наверное, белые розы, а потом красные. Если ты не ошибаешь, ну это не очень похоже на розу. Это какой-то цветок. Я не знаю, какой это, но он белого цвета. Серебряного цвета и белого. Пишите в комментариях, как вы думаете, какой это цветок. Ну, чуть-чуть на розу похож. А вот третий цветок точно, вот абсолютно точно роза. И он, еще он отличается, у него пакетик по-другому открывается.
Да, опять китайцы. Да. У него даже застежка другая. Это вот такие розовые, они самые красивые. Можно подарить маме на 8 марта. Точно. Или на день рождения. Маме. Или подруге. Очень красивые сережки. Мне не очень нравится. Ты крайне, чтобы не потерять, то я уже боюсь. Вдруг потерять. Я никому подарить не смогу. И последняя посылка. Самая большая и желтая. И самая интересная. Вот что вы интересное. Что-нибудь. Хочу что-нибудь. Это реально нужная вещь. Здесь еще что-то тут лежит, реально, не знаю, что это. В шоке! Мне первый раз прислали вкладыш! Понимаете? Вот посылка, да? Мне здесь вкладыш попался, и посылка сама. Как-то странно. Ну, китайцы, вы слишком чудные стали. Ну, мало, случайно положили. Первый раз у меня вкладыш попался. Это ластик. Я такие ластики очень люблю. Они популярные. Это такой ластик, короче, вот здесь нажимаешь вот так, и здесь выдвигаешь. Мне как раз, ну хоть уже все, уже ноябрь, но мне этот ластик нужен. Почему мой прошлогодний розовый ластик, если вы не посмотрели это видео, то посмотрите, ссылка в описании. Он уже заканчивается. Он уже грязный. А вот этот новый, красивый, голубой, моего любимого цвета, ластик. Люблю темный, золотой и голубой, нежно. Вот, и вот здесь какой-то бурундук или белка, как вы считаете? Не знаю, тут деревья, листья всякие. Очень супер красивый ластик. Он вот так выдвигается. Сейчас покажу длину. Вот такой длинный и тонкий. А тут потолще был. А чтобы вставить, надо... перевернуть ластик вот так, ну короче, баночку вот так, и вот так вставлять ластик потихоньку, оп, и нужно вам длина. Вот я вставила ластик, очень красивый ластик, я довольна. Спасибо вам, Алиэкспресс. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, ты еще увидишь очень много видео. Всем пока.